Большой футбол приходит на юг Италии и зовет нас посмотреть его. Скоро отдана на откуп фланговым игрокам. Сколько бы футболистов ни приходили и не уходили из Наполи, номер один в истории клуба навсегда Диего Марадона. Кстати, в 2016 году в одном из старейших кварталов Неаполя на гигантской стене жилого дома появилась не менее гигантская граффити с изображением Марадон. В честь 30-летия со дня первого скудетто Наполь. Диего и сейчас часто приезжает в Неаполь. Здесь он просто король и бог. И давайте разберемся со стартовым составом гостей. Большой футбол приходит на юг Италии и зовет нас посмотреть его. Скоро отдана на откуп фланговым игрокам. Сколько бы футболистов ни приходили и не уходили из Наполи, номер один в истории клуба навсегда Диего Марадона. Кстати, в 2016 году в одном из старейших кварталов Неаполя на гигантской стене жилого дома появилась не менее гигантская граффити с изображением Марадон. В честь 30-летия со дня первого скудетто Наполь. Диего и сейчас часто приезжает в Неаполь. Здесь он просто король и бог. И давайте разберемся со стартовым составом гостей. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля... Большой футбол приходит на юг Италии и зовет нас посмотреть его. Скоро отдана на откуп фланговым игрокам. Сколько бы футболистов ни приходили и не уходили из Наполи, номер один в истории клуба навсегда Диего Марадона. Кстати, в 2016 году в одном из старейших кварталов Неаполя на гигантской стене жилого дома появилась не менее гигантская граффити с изображением Марадон. В честь 30-летия со дня первого скудетто Наполь. Диего и сейчас часто приезжает в Неаполь. Здесь он просто король и бог. И давайте разберемся со стартовым составом гостей. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля... Большой футбол приходит на юг Италии и зовет нас посмотреть его. Скоро отдана на откуп фланговым игрокам. Сколько бы футболистов ни приходили и не уходили из Наполи, номер один в истории клуба навсегда Диего Марадона. Кстати, в 2016 году в одном из старейших кварталов Неаполя на гигантской стене жилого дома появилась не менее гигантская граффити с изображением Марадон. В честь 30-летия со дня первого скудетто Наполь. Диего и сейчас часто приезжает в Неаполь. Здесь он просто король и бог. И давайте разберемся со стартовым составом гостей. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля... Большой футбол приходит на юг Италии и зовет нас посмотреть его. Скоро отдана на откуп фланговым игрокам. Сколько бы футболистов ни приходили и не уходили из Наполи, номер один в истории клуба навсегда Диего Марадона. Кстати, в 2016 году в одном из старейших кварталов Неаполя на гигантской стене жилого дома появилась не менее гигантская граффити с изображением Марадон. В честь 30-летия со дня первого скудетто Наполь. Диего и сейчас часто приезжает в Неаполь. Здесь он просто король и бог. И давайте разберемся со стартовым составом гостей. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля... Какой момент! Нет, я вам скажу, что такие возможности надо использовать. Выйти один на один и упустить момент? Вратарю там и работать-то не пришлось.
мячом вперед он идет. Не лег мяч на ногу, выше ворот. Очень плохо играют в обороне сегодняшние гости. Худшие показатели в лиге у них. Да.